самолет летит, да? Кстати, вы знаете, Хитро находится в 3 километрах от Виндзорского замка, и все самолеты либо взлетают, либо садятся над замком. Главный дом британской королевской семьи, летняя резиденция, Виндзорский замок. Здесь современная жизнь граничит в перемешку с сохранившимся наследием. Удивительно, но это самый старый действующий замок в мире. И бесспорно, это самый известный замок Англии, и бесспорно, самый большой на планете. И пусть в наши дни монархи не обладают такой властью, как раньше, здесь и по сей день витает дух их былого величия и мощи. И этот памятник королеве Виктории тому яркое подтверждение. Большинство помещений замка, за исключением тех, в которых проживает королева и ее сын и внуки, открыто для посещений туристов. Правда, съемка и фото внутри запрещены. Вам дают аудиогиды вперед по проторенным дорожкам. Попав во внутренний двор, видишь красоту и роскошь. Вот, например, круглая башня, утопающая в садах замка, которую построил король Эдуард III. Вот церковь Святого Георгия, великолепный образец перпендикулярной готики 15 века. Внутри мощи Святого Георгия и часть креста Господня. А это знаменитый кукольный домик королевы Марии. 100% миниатюра самого замка. Кукольный домик, да, это как раз фишка, так скажем, этого замка. И все выполнено, так скажем, в масштабе 1:16. Из натуральных материалов и проведено электричество. Это, конечно, поражает. Водопровод свой есть. То есть в этом небольшом замке. То есть это на самом деле потрясающе. В Виндзоре Елизавета II принимает высокопоставленных гостей страны. И вот через эти ворота на закрытой для туристов внутренней территории иногда и совсем нередко можно увидеть королеву. Больше всего впечатлило то, что здесь живет королева. И иногда на экскурсиях можно ее увидеть. И даже, может быть, поздороваться с ним. А вам не посчастливилось сегодня? Нет, сегодня нет. И хоть самому замку 900 лет, это старейшее сооружение Туманного Альбиона не превратилось в музей и не является мертвой достопримечательностью. Но в нем по-прежнему кипит жизнь. Мне понравилось то, что все как бы действующее, все там, ну, вплоть до того, что я заметила, что часы, например, да, все работают. Сам Виндзор находится в 35 километрах на запад от Лондона. Городок этот маленький, здесь всего 40 тысяч жителей. Застывшая английская классика предстает во всей своей красе. Вокруг замка расположено множество кафе и пабов, работающих не одну сотню лет и помнящих времена правления множества английских монархов, как, например, этот паб «Королевский дуб». Все в Виндзоре проникнуто духом древности. Вот этот паровоз – точная копия локомотива королевы Виктории. Ее выполнили известные британские мастера в рамках проекта «Мадам Тюссо». Именно на таком локомотиве королева приезжала в замок. Англичане первыми придумали почтовую марку и одними из первых стали использовать почтовые ящики для передачи писем морякам. А еще в Виндзоре всегда было много лебедей. Эта птица в стране является собственностью британской короны. Ну а мы покидаем Виндзор, и нас встречает вечерний Лондон, шумный и сияющий от улыбок туристов. Найти досуг вечером здесь не составляет труда. Вот уже несколько лет в Новелло-театре ставят мюзикл «Мамма Мия». Впервые это случилось 15 лет назад, и популярность постановки с каждым годом растет. Причем во всем мире. Успех мюзикла держится на хитах группы «Абба». Безупречная игра актеров, костюмы, декорации. Ажиотаж вокруг постановки понятен уже в ту минуту, когда ты выходишь из зала. Классно, классно, классно. Очень понравилось. Вообще все понравилось. Постановка понравилась, костюмы понравились, профессионализм понравился, в основном профессионализм. Правда говори, что все, что я смотрела до этого, ни в какое сравнение не идет. То есть уровень, конечно, очень высокий. Я довольна. Еще будучи в Лондоне, нужно непременно отправиться в вечерний круиз по Темзе. Виды с окон ресторана «Лайнер» открываются невероятные. Любоваться красотами можно без устали. Вот панорамный вид на самое известное в мире колесо обозрения «Лондонский глаз». Вот Биг Бен, который вечером кажется еще красивее. Вот сказочный Тауэрский мост. Ночной Лондон, река Темза. Мы отдыхаем. Хорошее настроение.
свежо. Сами англичане такой досуг обожают. Это излюбленное в Англии место для романтических свиданий, семейных торжеств и дружеских встреч. Вечерний ужин на лайнере в окружении сияющих огней Лондона действует с завораживающей силой в любую пору года. Ну а в следующей серии проекта «Северное турне» последний день в Лондоне. Мрачные башни могучей крепости Тауэр, самый известный чайный дом на улице Пикадилли и какой он традиционный английский дом. Генеральный спонсор проекта Nokian Tyres. Nokian Tyres – шины для сложных климатических условий. Это новый мировой рекорд скорости на льду. Nokian Hakkapeliitta 8 цепляет, как никогда раньше.